Продолжаем побеждать и врагам трли давать. С вами Атама. Плазма и мы таки зайдем в универмаг. So let me show you how I destroy those dudes. This is multi-store mag. У врага казарма. We are winning this. Лечись и не пыляйся. Врага плазма-тварь умирает. He will take a lot of mana. Да, он сейчас много маны заберет. I need more. Нужно больше. Точно, вот. У врага гном Иди умирает. Now you retain this killed. Ну и ты держись пока. Так что у нас здесь? Ну да. Битва сейчас вся хороша. Battle is nice. And I don't need advice. Битва хороша и советы. Помощь не нужна. Do I really want... хочу ли я еще... Okay, let's go. Ну, давайте пойдем. That would be better for sure. Так, наверное, будет лучше. So where is more enemies? Больше здесь врагов. Но мы сюда тебя поведем. У вас паладин производится. Да. Атакуй его и иди туда. Приказал тебе уж я. So what we need to learn? Что еще нужно изучить? Gargoyle, Фурия, Гном, Гриффин, Вампир и Нимфа. Нимфа, Упырь, Грифон, Гном, Фурия и Гаргулья. Ну, из них только Грифон такой, ну, и Гном. А Гном и Гриффин, that's the most important right now. Without every other we can hold up far. Да. Без остального. На ваших воинов нападают! Здесь врагов смело забрать. У врага плазма-тварь сюда умирает. Идешь. Take him down. Набиваешь его пока. Okay, kill us, wolf. I'm killing wolf in order to have more XP. Я сейчас волка бью, чтобы... О, и таким образом опыт соберу. Okay, now I'll kill that dead. Теперь убиваешь вот того чувака. Where is the crazy bitch that laughed? Где безумная тварь, которая ржала вот тут? Ну, бабка, старуха. Забили ее? Нет, вот она. Okay, let's kill her. Давайте добьем ее. And help to destroy. Поможем уничтожить это здание. Good. Хорошо. Окей. Okay. Hold that, dude. Пусть держится вот этот человек. У врага лучник умирает. What's up? Как дела? Would you kill her? Добьешь ли ее прямо сейчас? Yeah, да. Банши умирает. Now fight the troll. Ну теперь с троллем борись. Возьми, победи. I hope you can. Врага храм разрушается. Oh, that's good. Это хорошо.
Киллер-дрейд, убиваем вот этого чувака. Еще влечим его. Да, или мана. Ну и мана мне нужна. I can heal. That's good. Я тоже могу лечиться вот так, да? So that's the question is who has lesser mana. Вопрос в том, у кого меньше маны. Вообще здесь очень много завязано на ману. Like everything is connected to mana. Все прям супер завязано на ней. Но мы забьем врага скорее. Окей, what's going on? Что у нас здесь? No, attack here. Да сюда атакуйте вы его. We need to attack this dude. Нам нужно замочить одного чувака, а потом... взять вот так вот. Тролль умирает. Oh, that's nice. Вот это хорошо. У врага лучник умирает. Oh, we managed to do. Мы смогли сделать эту ерунду. Take that shield, I beg you. И бери вот этот щит, я прошу. Now, attack that altar. Атакуешь ты алтарь. Кстати, можно там призвать бунтовать. Про алтарь, да, мне эта игра немного напоминает еще одну, я вам скажу, когда буду это самое давать свою рецензию, обзор, да, я скажу, на что напоминает. Главное только, чтобы не забыл. Никак, это да. So, I will say to you, what game is close. Two. So there is another game that has no fame, but it's cool. What is happening here, especially with this altar, with wizard, you know, and 3D. В общем-то, там есть игра стратегия про мага, да, в полном 3D. Вот там как раз алтарь тема такая есть. Умирает. Окей, we have received all XP. Весь опыт я соберу. Чё, сюда я не пройду? Here. Ну тогда вот так пойду. And going up. И поднимайся наверх. Where is a... Okay, here is that. What should I say? Мы пойдём вот эту старушку вольну. Потому что... только так я её спасу. Окей, here go one more building. Тут еще здание у меня. Окей, now I have the protection powers. Up. Теперь у меня есть хорошая защита, да? Ну, паладин, давай, быстрее сюда. На ваших воинов нападают! Отлично, просто да. Ну, давай маму сюда. What would be with this? Это будет легко. When we have paladins, that's much more easier to go. Да, когда, конечно, есть паладины, то все становится легко. Прямо мы легко врагов забьем. So did he manage to destroy them? Смог его забить? Ну, сюда нужно теперь сходить. Я к алтарю и обряд там проведу. So, I will do the something with the altar. You know, the famous phrase from that game I will say to you. Like, the enemy wizard is approaching your altar. Like, your altar has been desecrated. Вот я пару фразу сказал из той игры, про которую упоминал. Если кто вспомнит, ну, тогда будет прикольно. Это да. Окей. Ну, нормально. Так, so the building is destroyed.
Said I don't have the book to teleport. Жалко нету книги телепортации. На ваших воинов нападают! Вот это, такой вот этого дурака. Heal up here. Я вылечу сейчас. That's not destroyed, это еще не уничтожено. Все. Давайте вот так пойдем. Окей, I think we need another gnome. Я думаю, гном подойдет нам. Если что, глема мы тогда призовем. I guess that would be enough. Но этого будет достаточно. У врага лекарь умирает. Окей. One dead and one to go. Еще один враг остался у меня. Давай, вали вот этого бобра. Take those beaver. He's not an achiever. Тут бобер не победит. У врага друид умирает. Тут бобер мне все простит. And и... Стэмир, стой вот тут. Еще. Офигел, он вылечился. Врага, лекарь умирает. Окей, the last building. Последнее здание осталось, like, or the last war. Исследование завершено. I managed to complete the research. Смог завершить исследование, да? Ну, неплохо получается. Вот так. Лечимся. Only few left. Только несколько осталось. И... это победа. Самая малость. Врага рунный не. У врага друид умирает. Хил, лечи себя. And attack. И атакуй. Без страха, да? So continue to attack. Продолжаешь атаковать. Врага, yeah, that's nice. Вот так хорошо. Добей вот тут его еще. So that's the last one. Это последний? Or not? Или нет? Или где-то есть еще один? Or maybe there is no. I'm not even sure. У врага волшебник умирает. So somewhere more. Где-то есть еще враг. Нужно сейчас найти его. So there is more enemies to destroy. Бегай сюда, иди. Hit him. Бей его. На ваших воинов нападают! I think we can withstand that. Я думаю, это выстоять я могу. Поэтому просто дальше пойду. So, волк is умирает. That it? Вот тут вот они. Ну, ты на это посмотри. Окей, so that's the last building. Вот у них последнее здание. That's the fortress, это крепость. Окей. Here we go. Ну сюда тогда беги. Like when? From where he goes? А откуда берется он, а? Вот это мне никак не понять. У врага плазма-тварь умирает. So he still has those beavers who are not achievers. Все еще у него есть эти бобры. Ты на это посмотри. Where can he take those beavers? Откуда он может брать бобров? Вроде я не вижу. Где еще? I don't see anymore. Attack. Атакуешь его. Let's go for shot. Это очень хорошо. Вот так его добьем.
this dude with butterfly. Это чувак с бабочкой, да? Давай. Пошлем тебя. Окей, okay, he recalled. Он отозвал. That's a bit cold. И никого больше не призвал. So there is no more. Больше нету никого. У вас паладин умирает. Yeah, looks like. Where? Где? Oh, like really? I missed. Oh, я пропустил, да? Не успел его полечить. Такая ерунда. So I'm so pissed I have missed. That he needs to heal. Что его нужно лечить. And enemy scored one kill. Я провтыкал, и враг атаковал. Взял и убил паладина одного. Ну, просто ждем конца и все. Обрежу, да. И будет следующий бой тогда. Okay, so I will cut and meet in another fight. Пошли уже тогда. На ваших воинов нападают! Сади, стой здесь. Камерун, сможем ли мы победить? She's giving only one hit, она только один удар дает. И все. У вас плазма тварь умирает. Oh, that's I did not. See. Этого я не увидел пока. У вас плазма тварь умирает. So go and attack. Вперед добивать. У врага плазма тварь умирает. We will prevail. У врага плазма тварь умирает. И... Банши умирает. Сможем добить. She was Банши, yeah. She was banned. В общем, знаете, ее забанили. Вот. И так и. У врага плазма тварь умирает. Крепость разрушается. Седьмой же превратился в ангела и устремился к небесам. So the seven ruler has became an angel and he's now in the skies. With disguise. Let's move on. We venture. Перед вами королевство приливов. О, теперь на воде. Шарик быстроногого славится своей мобильностью. So that's a mobile force in the river of Proth. Когда вы отгоняете их к берегам Великого моря, они быстро отступают к королевству приливов. Если бы только быстроногие заметили ту ловушку, в которую они попали. So those fast legs now in a trap. Вы победите. And we shall win. That's
without sin. What's this? А это что такое? We have the rune stone, which doesn't give anything for sure. У нас есть рунный камень и все. До свидания. I want to find mana. Он же ничего не делает, да? По-моему, такая ерунда. So here we go. Полетели вот сюда. Здесь разведка у меня. So we shall recon and we'll destroy the enemies that have not born. Постараемся завалить врага, который не родился пока. That's possible, I guess. Думаю, это возможно, как-то так. Oh, the map. Да, карта есть у меня. So they start their attack. Они начали их атаку. Oh, take the mana. Забираешь ману. Good. Отлично. So those flying dudes can actually get us some stuff. В общем, эти летающие чуваки могут что-то такие и захватить. Let's go here. Давайте сюда и летим. Now they have the paladins. Теперь паладины у них. Невеселый выйдет стих. That would be not боевая черепаха nice. Умирает. На ваших воинов нападают. So somebody has attacked. Кто-то уже атаковал. Oh, he has actually artifact. А у него на самом деле есть артефакт? How that can be? А как это может быть такая ерунда? Take the book form teleportation right now. Забирай книгу телепортации прямо сейчас. Крестьянин! That's the умирает. Best choice. Это лучший выбор для тебя. Недостаточно маны. Oh, not enough mana. Маны не хватает. The spirit with teleportation. Дух телепортации. He will do a lot of damage with temptation. Он много чего может натворить. Ну-ка. Нужно бросить эту. Крестьянин умирает. They attack the peasants and turtles. Они атакуют всех, кто слаб. Кто этому не рад. Okay, fly here. Сюда ты теперь давай быстрее лети. И лечение подбери. Okay, I guess I need a spirit. Without... Боевая okay. Черепаха умирает. Нужно дух мой прокачать и вот эту штучку подобрать. I'm flying for the artifacts. Лечу за артефактами, чтобы их всех собрать и врагу ничего не дать. I will gather that all for enemies not to control. Вот такая ерунда. Он набил кучу черепах. У врага лекарь умирает. У вас дух производится. So take this stuff. Берешь вот эту ерунду. And... Крестьянин умирает. So where is to go? И куда идти? Крестьянин умирает. Actually, teleport here. Сюда телепортируйся вот так. And destroy him. И добиваешь его. We need to control. Нужно его контролировать. Боевая черепаха умирает.
That's... I don't care at all. За это меня не волнует никак. Teleport here. Телепортируйся быстро отсюда. And destroy that. Еще и уничтожай вот эту ерунду. Here we go. Давайте его отправлять сюда. Ты тоже скорее. Как-то так. No. Не. Пока. Давай быстро вот сюда. So control their spawn. Контролируешь. Вот тут. Те, кто постарается. Боевая черепаха умирает. Бить. Like really? Серьезно? Teleport there. Телепортируемся сюда. So yeah, he is trying to do that stuff. Он пытается вообще взять и на моего духа напасть. That's not a nice stuff. Так не надо делать, это плохо, да? Крестьянин умирает. So where is my spirit? Где мой дух? And where is that flying bitch? Где эта стерва? Okay, teleport right now. Телепортируйся быстро. Недостаточно маны. На ваших воинов нападают. Oh crap, да твою ж мать. Крестьянин умирает. У вас дух умирает. So, I have no time. Времени не хватило, да? Чтобы телепортироваться вот так. So the book uses the mana? That I did not know. Я и не знал, что он может ману применять. И как-то так взять и слинять. Fly here, сюда лети. No. Goodbye, пока. На ваши здания нападают! That's a bad stuff. Это плохая фигня. Like, really up now. Прям вот очень плохая ерунда. So, whom to create? Кого ж призвать? Нужно что-то тут понять. Try to attack. Постараешься атаковать. So, боевая черепаха. Есть ли у него артефакт? Умирает. У вас no, нет. Умирает. Oh, that's a bad stuff. Еще, да, это плохая ерунда. Here we go. Сюда летим теперь тогда. We need somebody strong. Нам нужен кто-то сильней. Сейчас. Окей. Let's go. Ну, давайте вот так. Yeah, spirit can is not attacked by the majority, but the dude is stronger, the paladin. Да, паладин все-таки сильнее, чем другой. Ну так, поэтому нужно как-то вот так взять. Okay, learn that. Учи вот эту ерунду. So that would be universal, dude. Это будет универсальный человек. He will teleport a lot. Он будет много телепортироваться. На ваших воинов нападаю! Телепортационный паладин. Dispel. Ну давай вот так. Плазма-тварь умирает. Just died. Он просто понял. Крестьянин умирает. У вас паладин производится. Исследование завершено. Move forward. Двигаемся вперед. So here we go. И сюда теперь пошли. У врага крестьянин умирает. У врага крестьянин умирает. У вас склеп разрушается. У врага крестьянин умирает. У врага крестьянин умирает. Take that piece of crap. Забираешь вот эту ерунду. Ну-ка, я сейчас его забью. У врага лучник
умирает. So everybody attack, все атакуют вот сюда. У вас паладин производится. У вас плазматварь умирает. У врага лучник умирает. Телепорт, телепортируешься сюда. Where is the enemy? Где враг? 78. That doesn't use mana. Так он ману не использует никак. Бегай сюда, пошел-то быстрее. Пока. And we are under attack. И мы атакуем уже тебя. На ваших воинов нападают! Can we withstand the troll? Можем ли тролля выстоять? Размотать. Drop. Бросай вот эту ерунду. Take the healing potion. У врага плазма-тварь умирает. Okay. That's really good. Все у нас очень хорошо. Мы заблокировали ему войска еще. We blocked all the forces. У врага плазма-тварь умирает. Да. Мы взяли и завалили у врага всех тварей, которых он мог призвать. Пока. Attack one on one. Один на один. Who is stronger? That's the knight duel. Рыцарская дуэль. Let's help the troll, I say. Поможем троллю вот сейчас. Это нужно прям вот так. Всю ману давай быстрее сюда. Окей, fire him, да, бей его тогда. And who shall win? Кто ж победит? Still has a lot of mana and life, но еще много жизни и здоровья. Тролль умирает, у врага паладин. Okay. We destroyed the enemy paladin. Вражеского паладина уничтожил я. That's good right now. Это хорошо тогда. Attack here. Атакуешь вот сюда. У врага крестьянин умирает. No, you know that's too many. Не, знаете, ребята, это слишком много уже как-то так. Let's teleport. Телепортируемся отсюда вот сюда. No, kick his ass. Давайте бьем его. Врага крестьянин умирает. Kick his ass. Бьешь его. У врага крестьянин умирает. У врага плазма-тварь умирает. And mana will be restored. Ману сейчас я восстановлю. Like again, снова эту же херню. Teleport. Yeah, телепортируемся сюда. Attack. У врага плазма-тварь умирает. You know, let's have this build. Давайте возьмем и одного лучника, я сотворю. Врага вот тут возьму, зажму. Идем, сюда идем. Вот такая ерунда. No, attack, атакуем мы его сполна. Хил, лечим. Why he's attacking only one? Почему он только одного атакует, да? Archer, go near. Лучник, иди сюда. You need to heal. Тебе нужно лечиться. Телепорт. Телепортируйся сюда. No, teleport. Teleport right here. Сюда телепортируйся, пока. Attack, атакуешь ты. Тогда. Go out. Уходи отсюда, так. Can we attack? Да можем мы его забить, а? Забыл еще
врага спросить. Go here, сюда иди. Heal, лечись быстрее. Heal. And you need to heal. И тебе нужно лечь. Врага, плазма-тварь. Окей, fight, fight, beer. Туда бей его. Пока. That's the best stuff, да. Лучше всего именно вот так. Run, run, run. Убегай. Скорее сюда. I will not give you this way. Я тебя не пропущу. I will kill you. Я тебя таки добью. Okay, goodbye. Пока. He wants to run away. Он хочет убежать, но тут ему хана пришла. У вас лучник умирает. Врага паладин. Окей, так here, сюда атакуешь, да? And whom he decided to attack? Кого он решил атаковать? Так, да. Назад возвращаемся. У врага паладин умирает. Oh, that's a nice stuff. Очень хорошо. So, attack here. Атакуешь вот сюда еще. He killed my archer. У он убил лучника моего. Крестьянин умирает. У врага плазма-тварь умирает. That's bad for sure. Это плохо. У врага здание attack here. Разрушается. Атакуешь вот сюда. На ваше здание нападаю! Teleport. Телепортируешься right now. Прямо вот сюда. Вот это building has destroyed. А что за здание уничтожено? Умирает. У врага крестьянин умирает. У врага крестьянин умирает. Это просто ерунда. У врага крестьянин умирает. У вас паладин производится. Yeah, here we go. Давайте идем сюда. У врага крестьянин умирает. Kill that stuff. Лечим. No, you won't teleport right here. Телепортируемся сюда. I will not give you way to exit. Не дам тебе выйти никогда. Goodbye, my little bitch. Вот теперь тебе пока. Teleport here. Телепортируешься сюда. У врага крестьянин умирает. Ты двигаешься вот так. I need an archer. That's for sure. Нужен лучник хоть один. Чтобы прикрывал он паладина. Да. Now drop this. Брось вот эту ерунду, блин. Вот это я возьму. So now you can go here. Теперь можешь идти сюда. Without any fear. Без страха. Вообще-то. Так. He's healed, он вылечен. Now you cannot attack. Нет, не можешь атаковать. Ну, время отдыхать. That's time to rest. We will do the best.